Здорово, YouTube, и все, кому надо получать очень много электричества, и причем практически за даром. Сегодня мы вместе с вами сделаем батарею супергальвания. Супергальвания – это вещество, изобретенное еще в годы СССР, очень сильно окисляющее бронзу и медь и способное прожечь даже броню современного бронированного танка, если, конечно, в нем имеется латунь. Для того, чтобы сделать такую батарею, мне потребуется емкость довольно внушительных размеров. При этом материал этой емкости должен быть инертным к супергальванию, к бронзе и ко всем агрессивным веществам, которые будут использоваться в этой батарее. Кроме того, мне потребуется вот такой вот мощный патрон, потому что слабые современные патроны не выдержат накал лампочки, которую я буду использовать, запитывая от вот такой вот супербатареи. Готовить такую емкость вы, конечно, можете и самостоятельно, если насверлите много-много дырок в какой-нибудь банке, но материал этой банки должен быть очень невосприимчивым к агрессивным химическим средам. Мало того, он должен пропускать много воздуха, потому что в данном случае окисление – это первичный процесс, который потребуется нам для выработки электроэнергии. У меня есть вот такая вот чудесная крабовая ловушка, в которую помещалась печенка для приманки крабов. Крабы не смогли прокусить ни этот материал, морская вода не смогла его разъесть. Он устойчивый к кислотам и всякого рода химическим реактивам. Сейчас на крышке мы смонтируем наш сверхмощный патрон для того, чтобы можно было вкручивать мощную лампочку. Ведь даже лампочку на 220 вольт такая батарея может зажечь прекрасно. Крепеж патрона удобно делать через вот эти вот отверстия, воспользовавшись шилом и, конечно же, шурупами. Сейчас мы аккуратненько пришурупим все это дело прямо к крышке. Все будет крепко, держаться будет надежно и хорошо. Проверим правильность монтажа с помощью мощной лампочки на 220 вольт. Приступим к созданию топливного элемента для нашей батареи. Топливом будет вот такая вот латунь. Куча вот таких вот патрубков, или вот таких вот заглушек от счетчиков, или вот таких вот клапанов, я думаю, найдется у каждого. Несмотря на то, что латунь дорого стоит, наша батарея того стоит. Для крепежа здесь мы должны использовать неокисляемую супергальванием проволоку. Лучше, если это будет нержавеющая сталь или же нержавеющая сталь, покрытая тонким слоем платины. Да, дорого, но зато мощно. Каждый из топливных элементов нужно соединить между собой с помощью проволоки. Аккуратно наматываем проволоку прямо на латунные или бронзовые или же медные детали. И каждый из элементов соединяем между собой. Такого набора топливных элементов должно хватить часов на 80 непрерывной работы. Используем для монтажа только сухой супергальваний, иначе произойдет химическая реакция, а этого мы не должны допустить. Погружаем аккуратно бронзу вот в такой мешочек и завязываем. Провод должен торчать наружу. Далее пористый мешочек размещаем в контейнер. Для обеспечения надежного контакта с супергальванием используем анодированные шурупы. Вкручиваем их на полную глубину.
Ну а теперь пора испытать супербатарею. Возьмем лампочку, проверим ее в розетке. Светится. Хорошо. Выкрутим ее. И вкрутим ее прямо в эту нашу супербатарею. Горит. Но вам наверняка показалось, что где-то там за кадром провода. Но никаких проводов нет. Давайте вкрутим на весу. Горит. Горит и светится. Никаких проводов. Вот она, супербатарея, сделанная по старой советской технологии.